Чё у тебя так людей много здесь? А, чё такое? А, меня убивают, ты чё? Ты бандали! Ты не ору! Отстань! Зачем? Я не буду! Кителей, Эни! Я не буду! Я буду играть! Майнкрафт — это моя жизнь! Хазерляй! Ты живой там? Юг! А, ута! Не бей! А, не бей! Не бей, говорю! Не бей! Не буду! Да я не убиваю! У тебя весь дом! Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, я не снимал уже очень долго. Я сейчас жду, когда мне позвонит Грифер. Я даже забыл, как это делать, потому что я долго не снимал. И хочу сказать, что мы сделали новую систему доната, то есть вы можете снимать антигрифер на нашем сервере, не навредив при этом серверу. Мы над этой системой долго работали, именно поэтому я не снимал только видео. То есть человек, купивший команду проекта, он не навредит серверу и тем самым сможет снимать антигрифер. А как уже снимать, я говорил об этом в своем видео в группе. Ой, звонит сейчас. Секунду. Да, алло. Салям, чехаляр. Как дела, йоу? Чего? Как дела? Нормально. Я не русский, я просто... это мой родной язык. Называется татарский язык. Знаешь, что такое? А, ну я знаю, но я на нем говорить не умею просто. Давай, пиши мне кол. А ты что, прям на нем разговариваешь? Ну-ка, скажи мне что-нибудь. Вот. Может, ты обманываешь меня? Прям вот. Длинное что-нибудь. Длинное, давай. Салям, нечихаляр. Салям, нечихаляр. Нечисен. Чимэн демина, например. Вот. Фига, и что ты сказал? Вот я сказал. Привет, как дела? Ты что делаешь? Вот такие слова сказал. Ну понятно. Слушай, как ты там кол говорил? Какой у тебя ник-то? У меня... Вот, в чат смотри. Пишу один. КДФГ, что за ник вообще? Это ты что ли? Да, это я. Стой тогда. Кол, К. Ой, быстрей. Да сейчас. Я тебе отправил вроде кол. Да вот, пришло. Давай, быстрей только, давай быстрей. Я играть хочу уже с тобой. А что ты мне звонишь-то, кстати? Ты мне в скайп что-то долбился. Что ты хочешь от меня? Вот я... Ну, я тебя хочу приучить. И зачем? Просто самому играть одному неинтересно. Я смотрю, у тебя голов много. Причем да, разных. Смотри, у тебя разные головы. Раз, да. Два. Сколько? Я всех убиваю. 16 голов. Разных голов? Ты что, ни хрена себе? Я всех убиваю. Я прям... А зачем? Ты грифер? Я мастер ПВП. Ты грифер? Нет, я не грифер, нет. Это на ПВП так можно выбить, что ли, все? Да, на ПВП можно так. Вот эта голова знакомая. Не знаешь, чья голова дадут? Не знаю. Одного человека там... ПВП убил. Ну, короче, давай, я тебе покажу свой дом. Вот этот мой дом. Иди за мной. Да. Стой. Да. У тебя есть алмазы? Скинь мне. У меня есть кит-старт, много. А тут есть. Дай. Там есть алмазы, есть, дай мне. Есть, да. Чтобы войти, нужно 10 алмазов. А я тебе вот сейчас 10 отдал вроде, ровно. Посмотри. Да, 10. Вот, смотри. Вот это мой склад. Вот там. Вот тут сундуков. Да. Вот. Но я открыть не могу, я не в привате. Да, ты не в привате. Вот это печь. Ну, я понял. Вот это мой рабочий стол. Теперь иди за мной, я тебе покажу свою комнату, как бы. Это твоя комната, что ли, здоровая? Вот моя комната тут. Вообще прикольно, у тебя домик уютный такой. Да, давай, иди наверх, второй этаж. Там, да, прикольно. Да, там прикольно. О, ни хрена, что это за... Алхимия. Ну я... Это физика, я люблю физику. Да. Вот тут приборы такие, вот смотри. Ну ты не можешь смотреть. Ой, случайно. Я хотел... Чё? По сундуку я хотел, я случайно. Я случайно говорю. Окей, давай. Иди за мной. Иди за мной, давай. Сейчас я тебе покажу. Кстати, ты в курсе, человек в броне тяжелее ходит? Я сейчас броню сниму, как бы. Давай сними. Потому что в броне человек тяжелее ходит. Все, угу. Я ее снял. Слушай, а можно где-то тебе пока отдам, чтобы это... Да, спасибо, давай. Давай, я покажу свой... На, я тебе отдам, потому что она... Да, дай мне. С ней долго ходишь, я тебе вот отдам ее.
Это все, вот, все. Все у тебя точно? Ничего нет? Да, у меня больше ничего. Вот, смотри, вот это мой огород. И что ты тут делаешь? Что-то маленький какой-то. Это не маленький. Тут лампочки. Лампой. А что у тебя прикольный дом, я смотрю. Да, прикольный. Сейчас. И вот последняя вещь. И за мной. Вот. Вот тут тоже огород, но это не огород. И чё? Это овраг. Как бы. Она сама сделалась. Это я не делал. Сам не делал, то есть. Нифига ты. Вот. Короче, иди за мной вот тут. А что тут написано, не знаешь? Окс. Кьюк. Что это? Окс. Кью. Не вижу. Это имя моего канала в Ютубе. У тебя есть канал на Ютубе? Да. Окс Гайс? О, Окс Гайс. Да. Да ладно. Да. Я введу, посмотрю потом. Подпишусь, давай. Лайк поставлю. 1000 подписчиков? Нифига ты, у тебя аж целые 1000. Давай, иди за мной. Ты хочешь попасть в рай? Да. Ну да. Ну, блин, ну, в жизни. Ну да, иди сюда. Вот стань. Денджер вот с ошибкой написано, надо через E, и не через Денджер. Иди сюда. А там иди провал. Сюда. Да не провал. Иди сюда, спускайся ко мне. Ты куда спускайся, тут провал. Ты туда не полезу. Провал, вот. Вот хочешь попасть в рай? Там, ну, там рай. Там ад вообще-то. Там не ад. Фу-ю-ю. Сейчас я перепрыгнул. Вот, смотри. И зачем ты это вырвал? Стой. Ха-ха-ха, дурак. Дурак тупой. Я там. Иди за грифери. Дурак. Ну и нафига. Просто мне вещи должны. Много вещей мне надо, прям много. А, у меня был подстав, тупой. Сохраняется. Сохраняется. Ты. А как ты меня за какие вещи, если ты меня скинул туда? Ты как вещи заберешь? Да я не беру. Мне не надо. Ты только сейчас сказал, что тебе вещи нужны, уже говоришь, что они тебе не нужны? Не надо. Вот сейчас не надо. Ну и зачем ты меня загриферил? Ты зачем мне все это показывал? Могу уж сразу убить. В чем? Зачем? Да. Ладно, просто прими. Просто прими. Вот. Примел и чё? Ну, я тебе дам один лаз, но ты извинишься за то, что ты со мной сделал. Нет. Почему? Кит бонус, дай кит бонус. А как прописать кит бонус, скажи? Ну, кит и кит. Раздельно, да? Ну, бону, ай, палку надо, кит, по-английски. Вот, пишу, слышишь? Кит, да, слышу. Да, все. Кит и бонус. Все, написал. Эй, что ты сделал? Я умер. Кто меня убил? Я прописал кит бонус. А я не знаю. У тебя здесь ресурсы есть. Странно. Ой. У тебя ресы пропали, что-то. Зачем мне ресы пропали? Это ты убил меня? Я писал кит-бонус, вообще-то, как ты сказал. Причем себе тебя убил? Ты дурак, что ли? Я не знаю, ну... Ты увидел же, что я стоял от тебя на 3 метра вперед. Как тебя убьют-то? Может, у тебя способность есть? Ты что, больной? Нет. Здесь нет способности никакой. Не знаю, я сейчас домой телепортнусь. Вот, я тут дома. Где ты дома? Где мои вещи? Я не знаю, где твои вещи. Я не пропали, я здесь стоял, они исчезли, у меня их нет. А зачем ты не брал? Ну я думал, ты сейчас придешь и возьмешь, зачем мне брать твои весты? Ну я же быстро пришел. Ой, ты чё? Я случайно, я тебе хотел меч этот отдать просто. На, меч. Эй, ты чё вообще, что ли? О. Голова. Значит, это ты меня убил. Я тебя не убивал. Че капец. Сейчас я обратно пойду, сейчас тебе капец. Смотри, твою голову я повесил, чтобы ты это... Вот. Эй, вообще ты... У сундуков, говорю, твои. У сундуков? У сундуков я твои. Нет. Эй, не понял, что такое? Где? Я на спаун ушел. Мне сундуки ломаются. Я на спаун ушел, мне там делать нечего. Что за? Ты меня убьешь, я на спаун ушел. Что за хрень? Кайфа. А, вещи рез. Че такое, мне в сундуке пропали? Пропали, я не знаю, что это с сундуками. Захрени. А, дом мой! Кто это? Ресы пропадают. А, надо сложить. Ой, тут на спавне админы вообще охренели, прикинь. Просто меня кинули ни за что. У меня дом пропал. Дом пропал? Да. Слушай, я сейчас кол пропишу это, посмотри, пожалуйста. Че, я посмотрю у тебя. Сейчас.
Вообще дом пропал, кто это делает? Просто админ убивает, что-то вообще охренели. Не знаю. Вот, вообще... я топор писал. Не знаю, что такое. Прими, прими, прими. Приму. Приму. Вот, примил. О, я здесь. Вот, смотри, у меня тут дома нет. У тебя же сундуки были. Ну да. Йо, где сундуки-то? Ты чё, я только пришел, ты охренел? Это ты сделал, я знаю. Ты чё делаешь? Честно. Я тебя убил, ты дурак такой, тупой. Тупой школьник. Ты больной? Ты больной. Зачем меня убил-то опять? Я пришел, ты... у меня даже ресурсов не было. Ты тогда меня убил. Я тебя тогда не убивал. Ты убивал. Я даже, вот смотри. Я тебя вообще туда не убивал. Эй, кто убивает, я не знаю. Я вообще на спавне. Как это вообще ты, это админы. Я не знаю. Ну, я тебе говорю, это админ, а я тут при чем? Сейчас я им пропишу чат. Что ты пропишешь? Вот, смотришь. Вот. А ты не у себя дома, я смотрю. Иди к себе домой, тебя так не услышат админы. Надо со спавна нельзя писать. Ну, окей, сейчас я домой пойду. Там домой иду, вот, я дома. Да, иди домой. О, мои ресы, ресы! О, ресы я взял. Ага, все круто. Так сейчас я, сундук там. Я тебя не убивал, я тебе говорю. А тогда кто? Ты по-любому. Когда ты из моего дома уходишь, всегда я умираю. Это по-любому ты. А ничего, что ты меня убиваешь всегда. Эй! Чё такое? Чё такое? У меня дом пропал. Дом пропал? Лаборатория пропала в физике. Я не понимаю, чё такое? Ты, админы! Эй, кто это такой? Джессо, фу! Это ты? Кто ты? Чё такое? Я тут в секретную комнату зашли, а ресы берут! Чё такое? Они не могут ресы брать, ты что врёшь? Убивают! Тут убивают! Убивают! Чё такое? Я не знаю, почему у тебя так людей здесь много. Я у тебя тоже здесь летаю. Не убивают! Убивают! Помоги! Ты позвал их, что ли? Так. Всё. Меня убивают! Ты чё? Что это было? Где? Тут до сих пор что-то все разламывают. Что это было? Ну, что там? Я из сервера... А чё ты молчишь-то? Ты где? Мне бан! Это ты бан сделал? Тебе бан дали? Кто? Мне бан дали! Так я тебе не давал бан. Это ты! Кто я? Я вообще у тебя здесь летаю. Я не ору! Отстань! Ну включи компьютер! Зачем? Я не буду! Включи компьютер на максимум! Кителей! Я не буду! Я буду играть! Я все возле! Майнкрафт — это моя жизнь! Кителей! Я все возле! Хазлями! Хазлями! Ты живой там? Не бей! Не бей! Не бей, говорю! Не бей! Азалей, компьютер усмотрение! Не буду! Ты не тут? Бу... Иди! Ты живой? Нет. Ты извини, что я тебя забанил, конечно. Это ты? Да. Это ты? Да я не убиваю, да! Иди! Там что происходит? Да, тут... У тебя весь дом... Ты чё слетел? Ну я ожидал, что он слетит. Сейчас люди пишут: привет Сержу Ютубу, привет Ютуб, привет всем, ребята, привет, 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 всем, дорогие друзья, привет, все заходите на сервер, потому что мы часто делаем вот такую вещь, что варп грифер, вы можете вот так засветиться, пожалуйста, вон люди пишут привет Ютубу, поэтому я тоже напишу всем привет сейчас в консоль, поэтому всем заходите на сервер, играйте. И смотрите, есть ролик, как работает новая система доната. Тоже сможете снимать антигрифер, поэтому покупайте команду проекта или администратора, вы сможете все это делать. Всем спасибо за внимание, спасибо за серию, всем пока.